18 до конца попробую закрытие первого главы сегодня. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, не познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Аминь. Посмотрите, какая длинная характеристика того, что выходит из тех, кто не верит в Бога. Это люди, которые познали, что Бог есть. То есть увидели, поняли. Но потом они отказались от этого пути. И после этого их Бог предал превратному уму. И вот они, эти люди, они сами себя называют мудрыми. Это все равно, как мы с вами вот сейчас договоримся и выпишем друг другу диплом, что профессор. И мы будем профессором. И друг друга будем называть профессор Саша, профессор Анатолий. И все вокруг будут слышать, думать, точно, наверное, профессор, и так тоже будут нас называть. Люди сами это все придумывают. И есть области, например, математика, физика, химия, там действительно эти степени настоящие. Но вот там, где палеонтология начинается, там, где начинается теория Дарвина, я думаю, там нет ни одного профессора, ни самозванца и безумца. Я креативист, я верю в сотворение. Понимаете? И когда кто-то говорит, что у тебя проблемы, как ты докажешь, что Бог твой отец? Тогда я говорю, у тебя еще больше проблем. Ты говоришь, что твой отец камень. Все же с камня произошло там в начале. У меня проще все. Но это так, коротко. Дело в том, что кто этим интересовался, он знает, что вот эти слои, мезозойский период, меловой и так далее, условно миллионы лет, которых нету на самом деле, к ним как бы по кругу привязаны и вымершие животные. То есть в этом слое нашли, значит, они жили миллион лет назад.
или 5 миллионов лет назад. Но Писание говорит, что Земле 6 тысяч лет. Все, я верю в это. Ну, может быть, чуть-чуть больше. Там период Тогува Вогу. Может. Но, знаете, даже в этом нет проблем. То есть мне не нужны миллионы лет. Знаете почему? Когда просто так, когда Бог сотворил Адама и вдунул в его лицо дыхание жизни, Адам как выглядел? Ну, как младенец или как взрослый мужчина? Нет сомнений ни у кого. У меня тогда тоже нет проблем. Бог мог сотворить землю в первый же день, и она выглядела, как будто ей 100 миллионов. Но ей один день. Если Адам мог выглядеть как взрослый мужчина с бородой, почему земля не может выглядеть так же в первый же день своего сотворения? Не нужно, чтобы это на шкале времени, вот в этом измерении протекло. Понятно? Сразу готовое есть. Хотя факты опровергают эти миллионы лет, по-честному, если брать. Количество пыли на Луне. Исторически, если все сравнивать, не больше. Ученые-креационисты дают не больше 10 тысяч лет планете Земля. Каждый день мы видим то, что все создано Богом. Вообще все. Вот вы поверите, что этот стол сам собой появился? А? Из-за того, что миллион лет дерево под большим давлением где-то лежало. Рядом с железом. Тут ножка появилась. Тут сколько времени оно не пролежит, второй закон термодинамики говорит, что оно только может распасться, разложиться. Идет к распаду, но не к созиданию. Природа, животный мир. Насколько сложно все устроено. Просто диву даюсь. Я вот люблю смотреть National Geographic, Discovery, да, там. Вообще, как вот эти под водой плавают такие кальмары там они. Такая иллюминация прямо, ну вот, бегает по кругу, как лампочки. Там медуз. Вообще. Возьмите там, человек не может, вот мы там изобретения такие продвинулись. Сейчас электричество выруби, все. Ни памяти, ничего. Не знаешь, где чего. Я до сих пор, видите, на бумаге все. Готовлюсь к последнему времени. А то в компьютере все это исчезнет. А еще лучше на камне писать. Да. Вот кашалот ныряет, например, там 1.5 километра. Последние данные на 2 километра. 1.5 часа погружения только и всплытие. Дышит легкие. Питается глубоководными кальмарами. Он их там ловит в полной темноте. Благодаря системе ультразвука. И кушает. Насколько ныряет самая продвинутая подводная лодка? 700-750. Меньше, чем кашалот, видите? Хотя построена по форме именно как Левиатан. Люди все копируют. Паутина, например, ну так, то, что в память вот всплывает. Обычная паутина, которую паучок достает из железы у себя, она только вышла, соприкасаясь с кислородом, становится твердой нитью, мононить такая, да? Паутина в 120 раз крепче самой-самой крепкой легированной стали, которую может сделать человек. То есть, если взять такой же толщины стальную проволоку и подвесить на нее груз,
то на паутину можно повесить в 120 раз больше груза, и она не порвется. Представляете? Это все сделал Бог. То есть, кто хочет, может увидеть. Это все его рук. Но люди отказались. Последствия, вот мы видим, гомосексуализм, лесбиянство, разврат, блуд, сами в себе получают должное наказание, то есть не способны воспроизводить потомство, просто в похотях утопают и деградируют однозначно. Я думаю, здесь вот много, долго я не буду останавливаться, но все вот эти люди, которые так живут, а сегодня в мире это норма уже. Чтобы вы знали, мы ненормальные. Они уже нормальные, а мы нет. Мы уже динозавры. Судя по победителю Евровидения, мы точно ненормальные. Там вся Европа вроде бы. Ну я... У меня телевизора нет, уже не помню сколько лет. Бородатый трансвестит победил Евровидение. Европейский флаг ему в руки. Браво! Все это с людьми происходит, потому что они не заботились иметь в своем разуме Бога. Что такое разум? Это система мышления. Дело в том, что то, как мы с вами живем, как мы выглядим, как мы воспринимаем мир и окружающую среду, находится здесь, в нашей системе мышления. Какими категориями я оперирую, какими категориями я пользуюсь, чтобы оценить, хорошо или плохо, правильно или неправильно. Для меня вот это является критерием правильного и неправильного, нормального и ненормального. И поэтому я не удивляюсь, что я ненормальный в их понимании человек. Потому что то, что для меня норма, для них нет. Они сами устанавливают для себя нормы. А для меня Бог установил, и я придерживаюсь этого. На самом деле несложно, правильно? И вот смотрите, если вы вот это сравните с плодами Святого Духа, не дарами, а плодами Святого Духа, плоды, то вы там найдете радость, мир, любовь, кротость, воздержание, долготерпение. А здесь мы читаем убийство, обман, распри, злонравие, лукавство, блуд, неправда, злоречие, самохвалы, сами себя хвалят, гордые. Кто первый возгордился? Сатана. Я бы сказал, даже тоже нет. Такого. Вообще, Люцифер, вот слово, это тоже изобретенный термин. В Писании его нет. Когда писали на латинском языке вульгату, изобрели слово Люцифер, до этого его не было. А в иврите этого падшего херувима зовут Гейлель бен Шахар, прославляющий сын Зари. Вот он первый возгордился. Поэтому гордым противится Бог. Смиренный дает благодать. И все, любой гордец или гордый, да, отец его дьявол. Это однозначно. Природа видна же сразу. А смиренные люди, они дети Божьи. То есть вот это все является антиподом на самом деле. Плоды, которые... Это плоды, вот это плод тех, кто отказался от Бога. Видите? А те, кто согласились и приняли свою жизнь, еще как Мессию и Бога, у них плоды другие.
Послание к Галатам. Давайте я прочту. Пятая глава, 22 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Аминь. Это не значит, что закона нет. Закон не наказывает просто таких людей, ни за что наказывает. Понимаете разницу? Мы еще будем с вами говорить вот об этих соотношениях. Я завтра начну с того, что чуть-чуть еще закончу этот отрывочек. Я хочу немножко показать вам значение в иврите слов «нефиш» и «нешама», чтобы понятно было территориально, где что находится. А на сегодня мы закончим. Вопросы есть? Вопросов нет. Отлично. Я коротко помолюсь, и мы соберемся завтра. Господь, я искренне благодарю Тебя за то, что Ты дал нам прекрасную возможность сегодня учиться и общаться. Благослови, пожалуйста, всех нас, распусти нас с миром по домам и помоги нам этот материал растворить верой. Искренне молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Дорогие друзья, шалом! Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект, и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам в вашей вере, чтобы становиться и возрастать, и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью, и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с иврита, давать вам видеть большее количество учений. И я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку «Donate», пожертвовать, и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Oasis Media.